слова, которые вы сейчас услышите, правда. Эти слова изменят вашу жизнь, если вы им позволите, ибо они исходят из самого сердца Бога, который вас любит. Он – Отец, которого вы искали всю свою жизнь. Это Его письмо любви вам. Дитя мое, возможно, ты меня не знаешь, но я знаю о тебе все. Я знаю, когда ты садишься и когда встаешь. Мне известно все, что ты делаешь. И даже все волосы у тебя на голове сочтены, ведь ты сотворен по моему образу. Мною ты движешься и живешь, и существуешь. Ты мой потомок. Я познал тебя еще до того, как ты был зачат. Я избрал тебя до сотворения мира. Твое рождение не было ошибкой. Все твои дни записаны у меня в книге. Я назначил точное время и место твоего рождения. Ты удивительно создан. Я соткал тебя внутри твоей матери и вывел тебя оттуда в день твоего рождения. Не знающие меня оклеветали меня перед тобой. Я не злой и не сердитый, но я — совершенная любовь. И я желаю одарить тебя своей любовью, потому что ты мое дитя, а я — твой отец. Я предлагаю тебе больше, чем когда-либо мог предложить твой земной отец. Ведь я — совершенный отец. Все хорошее, что ты получаешь, исходит от меня. Я забочусь о тебе и дам тебе все, что тебе надо. Мои планы на твое будущее всегда полны надежды, потому что я полюбил тебя вечной любовью. Мои мечты о тебе неисчислимы, как песок на берегу моря. Ты — моя отрада. Я никогда не перестану делать тебе добро, потому что ты — мое сокровище. Всем сердцем и всей душой я желаю утвердить тебя и хочу показать тебе великое и недоступное. Если будешь искать меня всем сердцем, то найдешь меня. Утешайся мной, и я исполню желание твоего сердца, потому что именно я дал тебе эти желания. Я могу сделать несравненно больше, чем ты можешь себе представить. Я твой вдохновитель. А еще я отец, который утешит тебя в беде. Когда твое сердце сокрушается, я рядом. Я ношу тебя у сердца, как пастух носит ягнят. Однажды я вытру все твои слезы и удалю всю боль, от которой ты страдал на земле. Я твой отец, и я люблю тебя так же, как и своего сына Иисуса. В нем я открыл свою любовь к тебе. Он — мое точное отражение. Он пришел, чтобы показать, что я за тебя, а не против тебя, и рассказать, что я не считаю твои грехи. Иисус умер, чтобы примирить нас. Его смерть стала наивысшим проявлением моей любви к тебе. Я пожертвовал всем, чем дорожил, чтобы приобрести твою любовь. Если ты принимаешь моего сына Иисуса, ты принимаешь меня. И уже ничто не сможет отлучить тебя от моей любви. Вернись домой, и я устрою праздник, какого не видывали еще ни небо, ни земля. Я всегда был и буду отцом. Будешь ли ты моим ребенком? Я жду тебя.
С любовью, твой папа, всемогущий Бог.